Всем привет, дамы и господа! Вы на канале Ростиксона. Сегодня поговорим с вами о лучшей криптовалютной бирже для покупки биткоина. Но перед этим переходите в телеграм-канал Ростиксона. Там ежедневно он публикует новости из крипты, делится своими мыслями и все, что он делает, пишет это в телеграме. Заходи, там много что интересного. Тем более, на этом еще можно заработать. А также в описании будет ссылка, по которой можно будет зарегистрироваться и получить бонусы. История биржи. Криптовалютная биржа Albank основана в 2016 году в Китае. Управляется компанией Superchains Network Technology. В 2019 году пережила тотальный ребрендинг с добавлением множества новых функций, что вызвало очередную волну интереса к площадке. Компания работает прозрачно в соответствии с финансовым законодательством Китая. Есть лицензия. На данный момент в топе бирж мира Albank находится на 22 строчке. Как мы можем увидеть, объем биржи Albank составляет более 100 миллиардов рублей, а еженедельные посещения составляют более 1 миллиона людей. Лучшее качество биржи. Биржа Albank предлагает удобный сервис для маржинальной, фьючерсной, опционной и ETF торговли криптовалютой. На бирже торгуются биткоин, лайткоин, эзериум, рипл, тезер, десятки других криптовалют и токенов. Из фиатов предоставлены доллар США и китайская юань. Возможно прямое пополнение с кредитной карты и покупка криптовалюты без вывода средств на площадку. В биржу интегрирован упрощенный сервис для быстрой торговли. Платформа обеспечивает возможность инвестирования в сторонние блокчейн-проекты с гибким депозитом и высокой процентной ставкой. Ключевая особенность биржи – объективно низкая фиксированная комиссия по торговым транзакциям. Из сказанного выше мы можем вывести главные плюсы данной биржи. Первое – это много криптовалют и токенов. Второе – два фиата – доллар США и китайский юань. Доступны все варианты вывода и ввода средств, включая дебетовые карты. Я, например, чаще всего использую дебетовые карты. Поступление средств всегда оперативно и без проблем. Возможно прямая покупка криптовалюты с использованием банковских карт и счетов. Выгодные инвестиционные программы для пассивного заработка на неиспользуемой криптовалюте. Типовая реферальная программа с выплатами процентов от комиссии приглашенного пользователя. Необязательная верификация из-за высокого уровня информационной безопасности площадки. Это существенно сэкономит время на старте. Криптобиржа Albank обеспечивает комфортную торговлю через функциональный торговый терминал типа TradingView в браузере, а также через приложение для мобильного трейдинга. Процесс пополнения и вывода. Способы купить крипту на данной бирже два. Первый способ – это покупка с кредитной или дебетовой карты. Этот способ прост и удобен. Второй же способ – это через P2P торговлю. Здесь комиссия будет намного ниже, чем при пополнении карточки. Процесс торговли на бирже. На данной бирже существует два вида торговли – автоматический и ручной. Ручная торговля довольно проста. Здесь сделано таким образом, что новичкам будет намного проще работать на бирже. Здесь есть все, что нужно для торговли – объем, удобные индикаторы и простые сделки одной кнопкой. Что касается автоматической торговли, то тут за вас все будут делать роботы, работая по сеточной торговой системе. При умеренных торговых рисках это единственная торговая стратегия, которая может принести стабильный плюс к депозиту. Главное не завышать риски и помнить о том, что на бирже важно сначала не потерять, а затем уже заработать. Служебный токен проекта. У проекта есть свой служебный токен. Он используется в продажах NFT, а также в продажах криптовалют. Токен называется LBK. И можно сказать, что он достаточно неоценен сегодня по отношению к курсу. География клиентов Albank. Сейчас вы видите географию клиентов Albank. Как мы видим, самый большой процент составляет Австрия, почти 11%. За ней идет Венесуэла, 9%, Соединенные Штаты, 7%, Египет, 6% и так далее. Биржа Albank пользуется весь мир. А на этом у меня все. Если у вас остались какие-либо вопросы по бирже Albank, то обязательно пишите в комментариях. Также не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. В следующих видосах мы уже детально разберем биржу Albank. Вы были на канале Ростиксона, спасибо за просмотр и до встречи!